Представляешь? Вот раз. Поближе. Не боюсь, я не И вон, смотри, она их укрывала. Вон на столе. Она их не расчленяла случайно, интересно? Да вообще, ребят, от нее что угодно можно. Может, она их это препарировала? Какие чертежи. Смотри, прям вон, ну чертежи. Я все вижу, я все. А она же это. Как он? Учился на кого-то. Ну вот видишь, она их укрывала, когда не умирала, не хоронила. Там еще одна комната. Да. И вот туда еще проход. Мне повезло, свет, что ли, нет? Не повезло. Прям где дзирусь. Вообще маленький пищат. Да они тут просто 2 года в этом кошмаре все это слушают, нюхают, ну, сами представляете. Это же какой трэш. Да даже не 2 года, она говорит, уже сколько лет это все происходит. Я бы сама бы уж, насколько я люблю животных, но я бы тоже не выдержала это все. Бабульку, бабульку, бабульку. Соседку, соседку, соседку. Господи, какой, знаешь, сколько в России таких, да, домов, квартир? Ой, у нас это же ужас какой. Это вот хорошо, да, вот здесь узнали, а другие были... Боже. Слушай, садись, садись, садись. Мариночка, Мариночка. Садись.